Всем привет. Сегодня у нас пасмурный денек, но это никак не влияет, так сказать, на съемки. И я сейчас по просьбе прокачусь в район Сочинского шоссе. Я вообще не люблю ездить в Сочинское шоссе принципиально. За исключением, наверное, дома номер 8, там, где прям я точно знаю, где эти дома. Все остальные для меня загадка, вот, честное слово. Но по карте просмотрел Сочинское шоссе 3. Так, я там ездил, там есть нормальный подъезд. Поэтому времени гулять у меня там нет, но проехаться, прокатиться я сейчас могу. Что мы с вами сейчас и сделаем. Прям начну с улицы Партизанской. Точнее, я уже заканчиваю поездку по улице Партизанской. Мотанем куда-нибудь туда. На Сочинское шоссе. Бермудский треугольник. Еще не вышел ролик заключительный, поэтому вот я и катаюсь еще. Вчера в комментариях много было вопросов, много показать то, показать все. Вот тут помню, тут не помню. Когда читал, помню, сейчас уже все из головы вылетело. А про Сочинское шоссе только что прочитал, поэтому знаю. Точнее, еще не успел забыть. Цельный наряд ходит. И старший лейтенант, и две девушки. Что ходит, я не понял. Кого ищут? Погодка, как видите, так себе. Так вот, как-то так. Ну ничего. Дождя нет, то слава богу, хотя нам пророчили дождик. Пророчили. Не без этого. Возможно, конечно, дождика и не будет. Кто его знает? А может быть и будет. Жизнь покажет. А нам главное сейчас успеть прокатиться без дождей. Сочинское шоссе, опять же, такой, можно сказать, целый микрорайон в Лазаревском. И не все дома там легко очень даже найти. Такой разброс непонятный. Там есть вправо, влево, в горы, в горах заходишь, там вроде бы как по нумерации должно совпадать, а потом бац, там что-то непонятное. Поэтому, ну, крайне не люблю я Сочинское шоссе, вы уж извините. Ну, порой в центре Лазаревска, я имею в виду Тормаха, вот эти вот улицы, тоже не лучше. Как-то так вот у нас с нумерацией не очень. Но зато квест какой-то определенный, интересный там. Походите, поищите, если приехали сами. А иногда же у нас таксисты, особенно в летний период, приезжают очень много иногородних ребят. Но они в большинстве своем просто не знают улицы, ездят либо по навигатору, либо вы сами им рассказываете, куда ехать. Такое частенько бывало. Но, во всяком случае, мне рассказывали. Я там на такси особо-то и не езжу. Можно сказать, вообще, наверное, за свою жизнь в Лазаревске я проехал 4-5. Хотя не, в детстве, да, было. Когда приезжали, бабушка нас на такси, на вокзал и домой ехали на колораж, хотя там ехать всего ничего. Кстати, надо будет пешочком прогуляться от вокзала до дома. Здесь, обратите внимание, поставили новые столбики, новые знаки. Давай, дядя, давай, там две полосы, дядя, не тормози. У нас хоть это немножечко так разукрасили. Полосочки по-новому сделали, красивые, чистые. Уже хорошо. Итак, мы через мостик под рекой Псизуапсе едем в сторону Сочи. И, соответственно, направимся в сторону Сочинского шоссе. И будем искать дом номер 3. Я не удивлюсь, если домов номер 3 там будет штук 10. Поэтому что конкретно вы ищете, я не знаю. Ну, попытаюсь хотя бы прокатиться. Вот то, что я нашел там этот дом с якорем, он точно был третий. Третий какой-то, правда. Обращаю сразу ваше внимание, вот именно с этого места, вот здесь, вот где стоит белая машинка, я ходил вниз к морю, там, то есть через рыбацкий поселок. Весь этот маршрут есть, вероятнее всего, в плейлистах.
Тут Сочинское шоссе 2/4. Кроме того, есть вот от этого Сочинское шоссе 2/4, это золотой ключик, я ходил к морю точно. Есть эти ролики. От Сочинского шоссе 6 я. Но ссылку я вам сейчас дать не могу. Нема у меня ее с собой. Наверное, там можно просто в поисковике забить его, допустим, то-то, то-то, и все. Вот если я не ошибаюсь, Сочинское шоссе 3, это вот этот дом, так как я его вот видел. Блин, ну где на них нумерация вот? Справа 2/5А. Это Сочинское шоссе 4. Начинаются, ребята, вылупляются цыплята, блин. Как мне нравится это Сочинское шоссе. Сейчас где-нибудь разберусь. Тут, кстати, была деревянная, развернуть, точнее, деревянная база, она сгорела пару лет назад, я тоже показывал. Вот тут и справа Сочинское шоссе, и слева, соответственно, тоже Сочинское шоссе. Где третий дом? Я не знаю. Тут уже вон пошли Сочинское шоссе. Вот я вам покажу сейчас нумерацию. Я не поленюсь. Я подъеду к этому заборчику. Прямо около него прям стану. Да не кинут меня хозяева камнем. Сочинское шоссе 6/13А. Догадайся, мол, сама. А домик такой старенький. Знаете, такой интересный, с такими ставеньками, такими прикольными вообще. Как будто это, я не знаю. Так здорово, прикольно, вообще мне понравился. Мы едем в обратном направлении, так как я сам заблудился. 6/14А. Кто так строит, блин, вспоминается фильм «Чародеи». Опять же говорю, я могу ошибиться, могу что-то вам не то сказать, уж извините, потому что по Сочинскому шоссе я не ориентируюсь. Вот этот дом с якорем, но когда я открыл интернет, я видел совсем другой дом. Вот этот зеленый кафель, вот он был. Третий Б, что ли, или что-то в этом роде. Вот именно от этого места и считайте, вот давайте посмотрим этот. Это даже маршрут я вам весь не покажу. Я так понимаю, что это вон третий. Третий какой-то, вот извините. Как идти? Вот по этой дорожечке. Вы идете. Никого не трогайте. Четвертый справа. Нумерации никакой абсолютно. Там он 6, я вот тот вот я помню точно. Я его на всю жизнь запомню, господи. Вот он, указатель моря. Идете мимо золотого ключика. Вспоминайте про плейлист. Как пройти, он, кажется, называется. Здесь, вот именно с этого места, за белой машиной, опять же, поворачивайте влево, вниз, тут ведет ступенечка идет. Ящичек тут есть, третий, вот, видите, Сочинское шоссе 3Б. Вот это и есть тут дом с зеленым кафелем, если я не ошибаюсь. Больше тут третьих я не вижу, тут четвертые, вторые, какие хотите, есть. Третьего нет. Здесь я просто объезжаю по другой стороне, получается. Вам же надо будет проехать, спуститься и уже идти в сторону рыбацкого поселка. Маршрут к рыбацкому поселку есть. Полный маршрут от этой вот остановочки прям. Я сейчас же не поленюсь. Я же сейчас же сверну туда. Если пропустят меня транспортные средства. Вот. Вы выйдете около вот той вывески продукты синенькой. И вот здесь вот будете выходить к рыбацкому поселочку. Здесь вот вы пройдете под этим мостиком мимо Пятерочки, тут будет куча торговых точек в летний период. Заработает магазин Бармалей, если честно называется. Справа от вас вот будут торговые ряды красивые, тут всякие вкусности, одежда, сувенирка, все будет.
но чуть-чуть попозже. Столовые, стоянки, салоны красоты, парк-отель «Озеро Дивное», пожалуйста. Парк-отель «Дивный», а вот столовая и «Озеро Дивное» само по себе. Ресторан «Пастернак». Кстати, недавно просили показать этот маршрут. Сможете сходить вот прогуляться непосредственно на само «Озеро Дивное». Я где-то здесь стану, потому что. Дальше там уже закрытая территория частная. Ну, зачем гаража. В общем, в принципе, этот маршрут я закончил. Сейчас, наверное, пойду прогуляюсь, сколько уже на рыбацке приехал по рыбацкому. Тем более обещал. Тем более у Натальи сегодня день рождения, а ее любимые места — это рыбацкий поселок. Поэтому как бы вот так. А дальше смотрите в другом ролике уже. Все, всем пока.